Привет, друзья! Зачем я и в свое время Гурджиев обучал и балерин, и генералов замиранию и вращению? Ну, я вам расскажу, зачем я это делал. Потому что в замирании или в этой точке оцепенения, которая у женщины может быть от восторга, от любви, а у мужчины и от страха замер. Вот это замирание почему происходит, друзья? Я хочу, чтобы вы обратили внимание, в точке замирания пик максимального напряжения, а пики максимального напряжения тоже выход на ноль, а в нуле происходит обработка бесконечного объема информации. Да, просто проблема в том, что люди не умеют осознанно замирать, оцепеневать. А я этому учил. И генералов, и балерин. До встречи, друзья.